ДПС Operation Stealth Star. ХМС Operation Stealth Star или Операция Стелс. Карта Шедоумана, клан ХМС, сервер Hardmaps. Операция Тайфун по ДВ-2. Ну вот как мы видим, Скорпионовые озера задействована карта. Слушай, тут далеко. С юга на север надо будет идти. По Скорпионовым озерам. Тут, короче говоря, надо одно озеро за другим захватывать. На первом озере база миротворцев. Второе озеро. Точка А и Б. Третье озеро. Точка С. Четвертое озеро. Точка Д. Вблизи пятого озера. Точки Е и Х. Ну, тут еще надо в замке будет точки F и G взять. Да, короче говоря, что-то многовато точек. Ну, сейчас будем еще в увеличенном виде просматривать. Так, первое озеро. Второе озеро. Тут, кстати, вертолет доступен. Точка А на острове. Третье озеро. Точки Б вблизи и С. Четвертое озеро. Точка Д за ним находится. Пятое озеро. Ну, вблизи точка Д. Получается сколько? Давай еще раз посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вернее, шесть. Шесть озер. Ну и последнее озеро вот с этим замком. Замок ФЖ, туда мост идет. Помимо этого, какие-то дома, точка Е, отдельно точка Х. Много точек-то, блин, много точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь точек. И вот я не знаю, даже осилю я сейчас эту карту, нет. Ну, будем сейчас пробовать, давай прочитаем описание. ХМС Operation Stealth TR или Операция Стелс. Один из наших транспортных вертолетов упал в этом районе. На борту были документы высшего уровня, которые мы должны получить обратно. Вы отправитесь на зодиаки и обыщите место крушения на предмет любых признаков документов. Если их не найдете, отправляйтесь в лагеря повстанцев на севере и уничтожьте всех сопротивляющихся. Обыщите все здания, как только найдете документы, отправляйтесь на эвакуацию, чтобы быстро улететь на черном ястребе, избегая захвата. Если нас спросят, вас здесь нет. Цели. Первое. Ликвидировать лагерь повстанцев Эхо. Второе. Ликвидировать лагерь повстанцев Гольф. Так, ну это, наверное, вот и лагерь повстанцев Эхо, это вот здесь, Гольф вот это. Третье, короче говоря, цели. Первое. Ликвидировать лагерь повстанцев Эхо. Второе. Ликвидировать лагерь повстанцев Гольф. Третье. Найти документы. Четвертое. Достичь финальной точки маршрута. Примечание. Обыщите все помещения. Скрытность – ключ к победе в миссии. Избегайте обнаружения патрулями повстанцев. Карта ХМС. Операция Stealth TR. Или операция Stealth. Так, короче, приступаем. Ну, кстати, помимо X, вот большая часть карты вот так можно видеть. Скорпионовые озера карта. Ну, вот не знаю. О, сильный ливень идет. Так. Так, давай так. Уплетенная избушка, база миротворцев. Так, побежали. Тут лодки Зодиак стоят, но не вооруженные. Вот они. Так, ликвидировать все цели лагеря Эхо. Камп это лагерь. Hit for crash, Cypher. Обещите, первым обещите место крушения. Ну, понятно, надо в место крушения сейчас идти, посмотрим. Ох.
Крэш-сайт, место крушения, точка Б. Ну я вроде эту карту вообще проходил, ну сейчас будем пробовать. Вон там солнце едва-едва проглядывает. Угу. Так, ну поехали. Надо увеличить пару. Там не обстрелял ли? Ну ладно, давай в точке. Стоп, стоп, стоп. Блин, тебя кто-то обстрелял. О, бежит. Так, а где эта мразь? Ну вот. А, это блокпост. Так, быстро посмотрим. Да блять, сука. Ну давай, первое. Так нельзя, конечно. Было лучше точку начать заходить. Ну давай покурим. Первое озеро. Солнце-то проглядывает, может. Дождь будет временем кончаться. Я не знаю, насколько это этих озеров застрял. Есть еще одна карта по там по вонючим озерам. Да вот это мразь. Нормально. Так, подходим. Парализатор, конечно. Побежали. Окей, все сразу взято. Так. Так. Ладно, иди нахер. Интересно, это регенерация или же они одиночные? Блять, пристрели. Так, ладно, все, взяли точку. Так, ну вот надо дальше идти. Ну, озера, конечно, они все тут идентичны один другому. Блять, опять пиздит. Ты что, у них тропа, что ли? Надо вон переплыть озеро, до точку Б взять. Ну, сука, блядь, тут точно тропа. Надо вот валить отсюда. Легко направился. Надо валить отсюда, что-то мне это место не нравится. Так, берем лодку. Главное сейчас правильное русло зайти. Кто-то сюда. Ну, блядь! Thank you.
чё ты захлебываешься? Он там ведь еще плывет. Ну-ка, ну-ка. Вы рядом, где-то. Тут главная вещь, тут, значит, пост должен быть, но его нет. Ой. Ну зачем сюда, смотри, какая вода сидит. Неправильно. Где-то здесь, что ли? Так, а где точка Б? Падла! Он там просто столб. Просто столбик. Ну, это не получилось сейчас. Ты, блядь. Регенерация идет что-то. Смотри. Где эти лодки? Ты что-то не туда бери. О, сука, их дохуя тут. Карта, я смотрю. Регенерация что-то постоянно идет. Да, блядь, ну что? Пошел к точке. Место крушения вертолета, кстати. Вот оно, место крушения. Ну-ка. Охраняются. Ну вот, место крушения. Ну, чинук разбившийся валяется. Там же точка Б. О, блядь, там БТР стоит. Проверь. Да пошел ты скорее, брать. Точку, блядь. Всё, всё, нормально, нормально. Так, все, документы находятся в эко. Видишь, нету тут документов. На БТР этот уничтожить. Ты скотина, иди нахуй. А где БТР? Ну-ка, давай-ка. Голубушка. Ты, блядь. БТР готов. БТР готов. Отваливай, падла. Не знаю, может, джавелин показать. В общем, тут разбился вертолет в этом месте. Эту карту, конечно, проходили. Чего же говорить. Ну, внутри вертолета ничего интересного. Идея такая, что повстанцы сбили вертолет и сперли в нем какие-то секретные документы, которые переместили вот туда, в лагерь. Вот видишь, Rebel Camp, повстанческий лагерь эко. Точка эвакуации. Да, оттуда. Плохо, что тут идет регенерация. Как-то в принципе бы все ничего, но вот идет регенерация, к сожалению. Что, надо валить отсюда? Вот там, кстати, лодки будут. На ноги бить тени. Такие, с навесом.
Так, ну идем туда. Так. Вот такие лодки даны. Вблизи БМ. Козлу вот тут будут мешаться. Так, он еще бежит. Сука! Подожди, не вижу. Вот лагина. Так, короче. Там еще опять какой-то хрен бежит. Да ну лодки, а что-то. А помимо нее нет резиновых разве? А нет, там есть и резиновые. Угу. Ну можно и на этой, в принципе, разве. Вот уже точка заряда. Надо взять. Надо брать, брать. Бери, бери, бери. Все, все. Хорошо. Точку С сразу взял. Отлично. Это третье озеро уже проходим. Четвертое, пятое, шестое. Еще три озера надо пройти. Да блять! Сука, их дохвера. Точка С на третьем озере. Взято. Ну, уж очень много негодяев. Он сейчас взорвется лодка. Она подпрыгивает перед взрывом. Сука. Так и бегу. Да. Так, надо на четвертое озеро, где точек вообще нет. Эй, не на! Че я радовался? Подонок тупый. Стоит и радуется. Так, ладно, надо плыть туда. Тут расстреливают. Там мост. Ай, козлина плавает. Так, надо брать теперь лодку резиновую.
Да, блядь. Сейчас бы тебе Маринга вот так вот. Стреливается. Ну-ка давай-ка раздавим. Вот уже это появилось. Все, домик. О, блин, убил. Все, берем, берем. Опа, нормально. Рантометчики. Так, окей, Д взяли. Вот там, кстати, тоже эта лодка стоит. Уже подходим к самому концу. Четвертое озеро в моих руках уже. Тут все в плетеных домиках, эти командные точки. Плохо, что гранатометчики попадают. Так, солнцем, ну, с протоками. Ну вот что, на пятое озеро надо как-то. Прорваться по пятому озеру. Пятое озеро. Точки Е надо ехать. Но там уже, собственно, у базы. Так, вот это озеро. Ну, легкий дождь, но все равно накрапывает. Блять. Там и ПТР нет. Хера не пойму, где точка Е, а вот. Да, далеко это не.
Все равно завалили. Много их там. Так, ну что, надо продолжать. Однако все-таки солнце пытается пробиться. Так что повеселее делается. Очень много. Там надо как-то в Е будет закрепиться, в Ешке. Там БТР. БТР покинул. Да хуя их, слушай. Тем не менее, надо прорваться. Вот, сука, иду. До точки Е-то далеко. Так. И тем не менее надо к этим домикам прорваться. Подальше давай от воды отходить. Я-то где-то уже рядом. Главное от воды подальше. О, блядь! Все, пизда. Сука, я убрал, падла, от воды. Что там просто так не захватишь. Что плохо. Кстати, когда толпа идет, наверное, проблема с лодками будет серьезная. Ну, сука, ты пизда! Повредили. Кстати, наверное, ты не прорвешь. Их там тонны. Да, все, пизда.
Пешком-то, наверное, идти гиблое, конечно. Ух ты, блядь! Да все, он тебя уже повредил. А если вон в ту протоку зайти, тоже результат, наверное, маленький. Чё-то карта непростая в этом уже месте стала. На пятом озере что-то стало плохо. Проток вот поближе. Тут что-то. По глухой такой вот протоке смог прорваться. Наверное, лучше вот сюда и плыть. Так, а где точка вот? Это недалеко, но еще хер до нее дойдешь, как обычно. Блять, все наповал. Там везде кто-то был. Ты надо по протоке, короче, пытаться. Сука, блядь, ранил. В общем, короче, надо в ту протоку, так что-то не получается нихера. Становится еще светлее. В каждом доме кто-то достоит. Пизда, что-то сделал хуёвое место. Нихера, что-то там не пройти. В домах-то дохуяй. Там главное, у них тропа проходит, которая они постоянно проходят. Давай этого раздавим. Кодлы такие. Практически, сука,
Да, нехорошее место. Так, надо будет взять как-то. Да, блять, ты падла! Ну все, нет, серию взял. Во море, то фин. Пока ни одной задачи не выполнил. Нахера. Большая часть карты прошел, а ничего не выполнил. Rebel Camp Echo. Rebel Camp Golf, повстанческие лагеря, Эхо, Golf. Не знаю, там будут БТР, нет. Еще до моста надо прорваться. Суки. Я еще только так. К счастью, хоть проток это было рядом. Опа, кирдык тебе. Вот такой лагерь из нескольких домиков. Шесть домиков полукольцом. Повстанческий лагерь Гольф, радиостанция Rebels, Rebel HQ, здание радиостанции. HQ это вроде бы радиостанция. Моста-то будет сложно идти, я смотрю. Короче, туда все равно как-то пытаться прорваться. Yeah.
Так, ну идем. Слушай, там авиапушки. Блять, я еще туда заебался прорываться. Что-то огромные массовые регенерации повстанцев. Да, понятно, что плацдарм захвачен. А где пушка? Непонятно. Снайперы, суки. Да туда очень что-то сложно. Сука, нихера не дают. Как я туда буду прорываться-то, блядь? Просто не подпускают нафиг. Еще где-то пушка там где-то. Блядь. А где она, со стены, что ли, стоит? Блять, со стены где-то или с башни. Там крепость. Где она бьет? Блять. Сука, простреливает и в ветках. Блять, что делать с авиапушкой-то? Их петухов еще больше стало. Становится светло. Наверное, дождь кончится сейчас. Становится, смотри, как ярко стало. Даже, слушай, стало непривычно ярко. После дождя. Ну все, теперь дождь кончился, выглянуло солнце. Даже где-то сраная авиапушка. Не вижу. А вон она. Я снять-то, блядь. Все, снял. Снял, а то бы нихера ты не прорвался. Очень красиво. Даже, слушай, непривычно ярко слепит. Как стало ярко в лесу. Ну, кстати, этих негодяев стало поменьше, так что в этом смысле хорошо. Давай выдвигаться туда, к крепости. Там
там-то бежит. Там еще одна авиапушка. Что вроде снял их. На башенках, видишь, над входом авиапушки стояли. Ну надо как-то туда прорваться. Вначале к мосту, потом к крепости. Блять, их там тонна. Сука, просто тонна, ну надо как-то на мост залезть. Там что-то добавили. Тут, короче, надо, чтобы кто-то прикрывал. Все, я перебил всех в лагере эхо. Надо, видишь, в зданиях было. Теперь надо в гольф идти. Так, ну вот вид на крепость. Засканиваем. Там еще мусор. А, короче, к мосту теперь идти. Прорваться к мосту. Ходить в камер. Пасмурная деревня и солнечный замок. Сука, стреляй только так. Тут бы надо командную точку было делать, потому что очень сложная карта. Бывает, где наделают тонны точек, которые практически не нужны. А бывает... Блять, завалили. Бывает, что нахуй точек нет, а там сложнейшая карта. Единственное, что стало светло и хорошо видно. Большой. Слушай, тонны. Дают до моста, падлу, добежать. Это снайпер там ебёт. Куры. Ух ты, пиздец. Не знаю, может я попробую. Где взять лодку, да туда на лодке пробраться. Что-то долго вообще-то. Мне, видишь, не пройдет. Нахуй положил сраный арсенал, который не нужен. А точку здесь не сделал у моста. Ублюдок. Сделал внутри замка, куда сложно очень пройти. Две точки зачем-то поместил нахер, они там нужны-то. Блять. Так, вон он.
точки-то хуй знает сколько. Ух ты, пизда. Сука. Попробуем на лодке. Сука, расстреливают. Ладно, только так. А тут-то еще, сука, стоит. Снайпер, что ли? Снайпер, что ли? В принципе, можно, да, таким путем. Давай скорее на мост. Вот сейчас будем короткими пробежками. Падла, а дальше-то деревянный мост. Держим выход из моста под контролем. А так короткими давай перебежками. И завалили. И там плавают их сколько дохуя. Это не крокодилы ведь плавают. Слушай, это эти козлы. Вот, давай сюда. О! Козел, знаешь, задержался, специально тебя завалить. Да блять, ты пидорас! Сука. А там-то поместил тоже не сразу, еще надо идти. Да падла ты, иди ты нахуй. Все, наверное, сейчас завалит. Блять, пулемет. Да блять! Ты сука, ну пизда. Ну чё надо, блять, опять... Теперь опять сложно будет туда заскочить. Какой-то пиздец, короче. Ну, поплыли. Вот теперь негодяев уже нет. И там все в замку будут. Ну, обстреляют и все. Но все равно могут, поэтому надо смотреть. Прямо к мосту надо двигать. Скорее. Давай быстрее. Так, пошли вперед. На мосту-то в целом безопасно. Сука, блядь. Крокодилы.
блядь! Срезанули. Сука, ну все, спрятался. Давай сюда аккуратно. Да блядь! Ну ты... Сука. Слушай, их тонны просто. Не знаю, что делать. Думал, что сука сделал специально большой по размеру. Тяжело тут. Все, пока я даже к замку-то не пробился. Там же еще надо к точке эвакуации будет добежать. Может, там-то добегу, конечно. Блять, опять стреляет. Блять, вторично поранил. Кинь-ка туда гранату. Там они под мостом, их много бурлит, плавает. Сука, не дают внутрь-то ворваться нихуя. Скоты. Сам мост. Так, ладно, давай польем из огнемета, что ли. Так, вылетел. И сюда тоже давай. Нет, больше никого. Тут, блядь, надо аккуратно, сука, наверняка тут могут быть ловушки, наверное. Сука, ты пизда. Так, нормально. Так-с. Там с другой теперь стороны еще есть. Закидывай к херам парализаторами. Да блять!
все, блядь, к этой деревне, суки, бегут. Пулемет это я уничтожил, вот там вот. Это блядь, ты сука! Он в пизде, это и надо было здесь точку сделать. Сука, я все уже всем перемололи. Все добило, падла. Блять! Пуля. Во! Сука, вообще ничего не сделать. Блять! Надо далеко как бежать-то, сука. Мост-то какой охуенный. Скотина, это он специально ведь так сделал, чтобы усложнить задачу. Ладно, ладно. Ну, давай, давай. Кинь парализаторы туда. Туда. Вовнутрь. Блять, там пулемет. Нет, ну я все-таки взял. Падла, еще со спины ведь пулемет сделал. Ты просто заебали, я не знаю. Тут дырки-то все заглажены. Внутрь не проникнешь просто так. Может как-то и можно перепрыгнуть, но не... Да... О, падла-то. Поработал. Сверхсложная, сука, задача была им поставлена. Ну все, короче, я закрепился внутри. Теперь надо что, чистить его, что ли? Что он пишет-то? Ликвидировали всех на... все цели лагеря Гольф. Угу. Лагерь Гольф. Потом еще радиостанция рыболов. Ну чё, давай. Сука, не получилось. Давай из огнемета тогда их поливай. Сейчас замок быстро. Сейчас замок мы должны быстро очистить. Еще к надо к эвакуации будет добирать. Не знаю, сложно это будет, нет. Там тоже так ты. Так, ящики колотим. Там в конце тоже они будут вроде атаковать. Ну, да эту карту, конечно, играли. Но... Сука, не попасть. Так.
Так, ну что можно сказать? Там в конце вертолет, короче, приехал. Там главное захватить будет эту точку на поле. Так, вот в общем в этой тюрьме там у них и есть радиооборудование, короче. Тюрьму этого замка. Да, тяжелый замок, тяжелый. Трудный замок какой-то оказался. Так, вон. Да сейчас я как раз... сквозь решетки. Ну, им уже особо ничего не сделать. Так, давай польем то. Так. Так, открылись ворота, короче. Слушай, давай позырим, может, кого-то там еще снимем. Так. И гранату им в подарок. Так, ворота пока закрыты. Но в замок можно уже попасть. Так, короче, сейчас внутрь замка идем. Угу. Так, вон карта. Не знаю, кто-то есть? Нет, никого нет. Так, пока не все что-то ликвидированы. Ну, наверное, карта это и есть, документы здесь. Сейчас посмотрим. Стульчики так сделаны, авиапушка. Так, ну пошли. Что-то нифига ничего не получается. Странно. Так, а что, все тут? Ну давай еще осмотрим. Кого-то не добили. Ага, все, всех ликвидировали. Обнаружьте военные документы. В общем, всех в цели гольф ликвидировали. Сложная, видишь, какая задача. Обнаружьте военные документы. Третья задача. Вторая выполнена. Это внутри тюряги. Угу. Документы внутри тюряги. Кстати, я не слышно, как топчутся там за. Так, все. Документы подобраны. Сюда просто пройти. В этих же, видишь, в операции Тайфун невозможно ничего подбирать. Достигните финальной путевой точки. Идите для эвакуации. Для подбора вверх. Ну, вот воздушного подбора. Так, короче. Вот в Extraction Point надо идти, в H. Сейчас точку уже возьмем, пойдем. Она тут уже открылась. За пулеметом гнида стояла. Так, проверим. Так, ну вот, вот эта точка. Берем. Замок я захватил, но еще надо к точке прорваться. Там она за полем находится. Да блядь! Ладно. Сука, их тут дохуя. Вот крокодилы, блядь. Местные крокодилы развелись. Когда вода горит. Это сраная деревня, в которой я постебался. Да, не просто все это.
Непростая работа из болота тащить бегемота. Да, непросто, непросто. Еще надо добежать. Давай-ка увеличим до точки H. Так. 200 метров. Вот эта точка. Ну чё, выскакиваем на поле. Тут, к счастью, поле. Надо только подальше от деревьев скорее отбегать. Подальше. Точка рядом. Сука, дадут дойти, нет. И там вертолет потом. Да блять, тут. Ну блять! Сорвался. Ладно, пошли по новой. Я все равно должен добежать. Сейчас в любом случае добежу. В команде-то, конечно, не особо. Сука! Вот ты зря их пропустил-то перед собой. Надо было, слушай, бежать. Сука, вот теперь что будешь делать? Булькают, это они. Когда булькает кто-то в воде, это они. Сука, блядь, так и идет это. Хуй, да нихуя, блядь. Вон они. Ну чё встал-то? Сука, до точки, тогда хуя бежит. Все, теперь уже рядом. Ох, наверное, все-таки добежал. Ой, непростая эта задача. Он там бежит. Ну, наверное, добежал все-таки. Там с гранатометом кто-то. Нет, все взял. Все, финальная точка достигнута. Все задачи выполнены. Теперь ждать просто вертолета. Тут поле у них. Black Hawk полетел. Будут, суки, валить, но теперь, как сказать, просто стоять тут, да. Последняя точка взята, короче. Тупо стоять, да, сбиваться. Поле, короче. Веселое поле. Пасмурная деревня, солнечный замок, веселая пуля. Да, с толпой-то, конечно, все это легко. Так вот. Все, летит вертолет. Все, летит. Блять!
половину. Засадиться в машину. Через 59 секунд. Конечно, они тут немного, но сейчас полетим. Все, сейчас полетим скоро. Минуту лишь надо еще постоять. Сука ты, блядь! Ранило. Пять, три, два. Полетели. Суки проклятые. Дизайн карты Shadow One. Ох, как падлы долбали всю карту. Так, куда-то заворачиваем. Сложная какая карта. А где конец? Замку летим. Нет, конец. А то сейчас могли бы опять завалить. Дешон набирает 3691 очку. 543 фрага. 59 раз погиб. И 4 метких выстрела. Средняя по сложности, конечно, карта. Называлась КМС Операцион Стелс ТР. Или Операция Стелс от Шедоумана.